Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info. Это телефон Xiaomi Redmi Note 9, и сейчас вам покажу, как быстро обнаружить номера IMEI, а также серийный номер данного устройства. Все, что нам нужно, это войти в приложение телефон и вписать правильный код. Звездочка решетка 06 решетка. После этого на экране появляется информация об устройстве. Здесь указаны его номер IMEI 1, номер IMEI 2, и а также серийный номер устройства. И на этом все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч, пока!